подбородочек, щечки, за ушками протираем. Потом мы берем еще два тампончика и протираем глазки от наружного угла ко внутреннему. В слове «кит» сколько слогов? Один. Котенок идет по мячу. Стол, столы, много столов. Нога. Ножка. Ноги. Ножки. Для того, чтобы избежать перенапряжения мышц глаз, шеи и спины, необходимо использовать столешницу с меняющимся углом наклона. Для письма мы используем угол наклона 15 градусов, для чтения угол наклона 30 градусов. Высота стула должна соответствовать росту ребенка. Бедро должно лежать на сиденье. Угол между бедром и голенью должен составлять 90 градусов. Между голенью и стопой 90 градусов. Стопы должны располагаться на полу, не висеть в воздухе. Лук. Сено. Сено. Сито. Сито. Радуга. Радуга. Ракушка. Ракушка. Зи, зи, зи. Зи, зи, зи. Коза меня. Визи. Будем танцевать. Попляши, попляши, ты со мной от души. Попляши, попляши, а потом отдохни.